Сегодня в России отмечают День волонтера. В Белгородской области, по официальным данным, более 800 добровольческих объединений. В них состоят около 700 тысяч человек, то есть практически каждый второй житель региона. С началом специальной военной операции волонтерское движение стало по-настоящему народным. Тысячи человек помогают беженцам с Украины, из ЛДНР, землякам из-за обстрелов покинувших родные дома. Неравнодушные оказывают поддержку солдатам, которые сейчас защищают нашу страну. Добровольческое движение в Старомосколе тоже стало массовым. Одни скольчане перечисляют деньги, другие собирают продукты, третьи готовят, кто-то шьет и вяжет, а кто-то, рискуя жизнью, переправляет помощь за ленточку. Помочь может каждый, нужно только захотеть.